Вот, видишь как, Петрович, день прошел не зря, поруешься, что я сейчас научу. А это я ему тоже говорил, спросите у него. Говорил я ему так широко, не разбрасывая. А он, видите, старше больше слушает, чем я. Надо тебе. А у тебя нету, да, Андрюх? Че? Ну, тренировки твои. 15-16, соревнования. Нет? Нет, у меня есть там Европа где-то. А, Европа. Ремонт у меня есть. Европа. А у меня есть и тренировки там. Ну, и соревнования. Как мастер делал все это здесь. Надо перевести, да. Вот. Энергоносители. А дайте видеокассеты, я вскрою в сиденье. Ну, можно. Не нужны эти сетки, нужны? И вам верну. Хорошо. А что ты здесь эти палочки? Возьми нормально. 15. Можешь так же сам? Я хочу, дайте мне побольше штангу. А на случай. Вот гриф, вот стоит у тебя гриф. Значит, смотри, я делаю. Будет на 15 делать, боится. Боишь? Кого боишься? Что она его прижмет. Да не понимаю, она его прижмет. Волнуется. Вот боишься. Я пойму. Присоединяйся на груди. Да. Вовремя прижался, да? Вот! И ногой еще шагаешь. На груди и ногой. Вот, посидим. Неплохо. Вот. Полный опор. Вставай. Еще раз. Давай. Хорошо. Видишь, она просто, как бы кажется, что вперед уходит, но за счет того, что ты шаг делаешь, хорошо, она у тебя ложится туда, куда надо. Чувствуешь? Вот. Вот, да. Самый лучший подход сейчас. Предлагал. Вес поменьше был, я. Ну, теперь 20 работы. И вот эту, быстрее разножку, уходи, быстрее. Не жди ее, пока там она тебе прилетит. Должен идти быстрее. Прям как бы ты ее вытолкнул. Как будто вот устройство улетит в каталог. Сгоняешь ее, продолжишь от него. То есть он не подвижен, опять не уходишь. Быстрее. Набирать на кисть, у тебя на мотоцикле так, да? 10-30 лет. Плечо, блядь. А кисть болела. Кисть там грум. Сюда меня не типа, хотел. Кисть болела. Ну, я вообще у меня была и костная мозоль. Костная мозоль. Не мощи, Саня!
Ты пытаешься понедельник, вторник, он не... Выдолбнуть мощнее. Вот он выезжает, быстрее уйти в ножку. Твоя задача выдолбнуть. А потом быстро уйти. А ты пытаешься ему рассказывать. Ну, здесь будет мощнее. Не здесь мощнее, здесь такой же подсед. Раз. Все, я раз болел.
на чистую. А ребята там хорошо заряжены. Конечно. Техничные. Не надо спать. Почти 204 провала и 48 толкнул. Я думал, что на мире... Они... Молодой его, да? Да, не на мире. Я туда поехал. По Эрозянам на него. И на мир будет готовиться. Ты же на мир будет готовиться, скорее всего. Этот мне понравился. Черный. Да ладно. Ну, в общем, я не знаю, мне сказали чисто, но я же вижу, что такое чисто вообще. Ну, все, ребят, так. А что поднимаешь? Призы. Я не про то. Я на России такого видел. Ну, что, прошел границу. Они говорят, что они подорожали. Вот они шахтаем вдвоем. Лицо почти. Вот вы готовы. Больше, чем не понял. Я же не вижу сейчас в упорном лапе, как все время травмировать щиты. Там нет соревнований, где бы он набивал. Сейчас понимаешь, что полегче немножко колен, нигде. Нет спортсменов, видишь, что ли. Вот. Видишь, кто же вообще. Не пружин. Знаешь, лечить за сантиметром тут того же идут. Вот, вы хотя бы не проскакивает, знаете, пружин. Хоть ноги болят. Тяжеловато. Кольцо. Води обратно, качай, сходишь. Я даже, наверное, больше был не просто. Да ладно, хороший сейчас. Привет, там, толпы, получают. И также получают эти 40, 50 тысяч. Вот будет центральный мост, расширится. Что они так в Москве не пойдут, или может по кругам будут повозять, а кругами там как-то Москву пойдут. Да ладно, как будто у них народ. Ну что, добавить. Много ли добавить? Что добавить? Еще 40 человек приедет. У них не хватает народа. Спасибо. Ясно? А, ну сейчас. Так, ну что, вы готовы? Переодевайтесь. Слева, да? Все, давайте. Те, кто слева, на те, кто справа. Где полет?
Сейчас добавил. Как там ремонт твоей дочери? Движется. Помосты ровные? Их еще не делали. Мы приседаем. Что надо делать? Что, будет для тренировки на пол? Только чтобы тебя снимали. Чтоб ты видел, что. Ну, главное, что сделаем. Да, сидите. Ты ничего. Они же не справятся. И мы там за пол, слава богу. Три четверти. Носки, знаете, ты на них орёшь. А сейчас? Мы же договорились, втяги, не вставать на носки. И сейчас тоже встал, что? Ну, втяги, да. А руку же я сделал, до последнего стоял. Да? А почему? Это тебе так кажется. Тебе говорю, тебе надо снять вот сбоку. Давай, ты же один подход снимем, у тебя же там есть заметные. И посмотришь, как до какого-то последнего ты стоишь. Сам удивишься. А почему? Как рано ты вылазишь на носки? Ну то втяги ему не нужно ходить, чтобы, то есть, как бы, когда на второй, на рывок он делает этот подход, то есть, потянул, чтобы повыше. Да? Чего он постоял, не потянул, он тянет на мысках ее уже. Выходит на мыски, рано теряет, а что удалось? Чё, опору. Правильно?
Теряет опору, и все, вот мне и рывок не отходится. А ловить потом приходится, готово, ты из воздуха. А здесь она должна у него ручонку вылезти и лечь на руки, когда он уходит. А поглубже можешь? Вот. Какой третий? Короче, долго приседаешь. Сейчас я покажу, пожалуйста. Не, ну это у него, слава богу, получше достало. Я не знаю, что это. У него так сложно. Получше. Аппарат, там тоже есть видеосъемка. Ну, будешь снимать, я сейчас делаю. Давай сниму, а что, хорошо. Там зафиксируют, понимаете? Наоборот, главное смотреть, когда у него подрыв, не подрыв. А тут фотоаппарат включен или камера? Камера. Ну что, где камера? Нажми, будет написано. Все, я вижу. Серега, дойди, а то прям на тебя смотрю. Сейчас я три раза присяду. Я сам снимаю.
По кадрам, да? Можно? О, давай. Пошел уже на мужский салон. Да. А она у тебя еще, смотри, сколько. Видишь, ты уже стоишь на мысках. Да. Давай дальше. Уже стоишь на мысках, а подрыва еще нету. Это только тяга. А в рывке ты еще быстрее пытаешься под нее влезть. Смотрите, рывок. То же самое. Да. Я сегодня тоже. Сегодня я за голову это, вертикальную тягость. Делать нечего, ну забитый какой-то. Я обычно в мокрых красных дней. Скажите. Если не бережет. Нет, абсолютно. Раз, два, три, поехали. Тягу делай, делай за тягой. Уходи, вытянул, в груди ушел. Вытянул, в груди ушел. Глаза, лица пучу. Тебе не надо пятнашки? Нет. Я думаю, что... Конечно, Саша, ну а как еще отрабатывать? Я думаю, не все. Рывком. Там сложно, у тебя уже наработано. Просто с маленьким опять разминаешь и дольше, да? Это? Я тебя запустил размин, да. Делаю с того, что ты на уходе, я не делаю с помощью. Потому что когда выставляю килограмм 80, я тогда уже начинаю. Ну такой. А ты у тебя там такой сам был, да? Все такой. Вот такой, да? Потом уже начинаю. 60 сразу прямо. 68. Я его не надел. Просто стягивал, говорят, надо будет тягу за 4 тысячи метров. Так лучше просто передачи очень высоко. Зеленое, да что? Да, будет, поделай. Просто мышки наши. С головы. Откуда ты скачал? Ютуб. А звездка не можешь?
Да и его Олимпиада включит. 70-й, 85-й он спать. Уйдем. Сон, спасибо, внимание. Там они с Рыбаковым трудились. Рвали руку 85, что раньше я сломал. Петров. Петров сколько был? 90? Да, они 85, 87 порвали на Олимпиаде. А Рыбаков уже 90 был. 85, их не может. Возьми хоть палку, он без палки. Он без первого. Да. Она вот это. Хоть что-то. Электрический. Григорий, посмотри, камеру снимает. Да. Все снимает. Волнуюсь. Да? Ну, что получится. Давай, подам. Это с трех подарок. Давай, уходи, выкручиваем в зелье. Вот пошел по 5 раз. Вынь, уходи от него. Не подбрыл, подбрасывай, одни уходи сразу все. Уже лучше. Да еще быстрее можешь. А ремень череп. Можно попользоваться ремень? Ремень? Что смотри, а там много, если ты молодец. Таз. Встаешь. Гриффин головой. Это мы скажем. Все, ремонт сдвигается. Повесели.
активно. Дым-дым должно быть. Сейчас, ребята. Сейчас могу. Без тренера посещение стоит? Как 44 тысячи. А на месяц? На год. А на год? Вот последний сейчас неплохо. Приседание на купистую на год. Два последних. Я так считаю, могу приседать. Ну, жалко. Два последних хороших. Первые пять. Ну так. Видно, что стараешься, но...
3 или 4. Тогда для полной части еще один. Что, 40 лбов не спалил? А? 40 лбов. 40 лбов мало. Да, Петрася одна выиграла. Не делай термина. А то... Я 10 уже порвался. По-моему, с сколько?
место. Сейчас хорошо. Thank you.
Головен, тут видишь? Больше 65. Я не заставляю, вот бабочка. Хочешь самое, что делать? Там, где можно поменяться, да, так можно.
Thank you.
просто. Что, решили пожать, что ли, Павел? Ну, сделал, ничего, я. Ну, так вот тоже по рекордам все не пройдешь. Проходочку вот сделай. Да ничего, я так не надо. Тут стрельбы, пока что их на бабуле, я это не видел. 84 года. Нет, 160 на двоих. Без пьяни, еще какая-то нет. 150 на двоих, по 75 лет. Все, ну, сильно, там шурусит, она показана. На Европе там сколько медалей, еще 20 метров после подлуги, ну, черт не знает, как это. Знаешь, как здесь поднимать? Все. Так, вот, не так, не так, не так. 60, 4. Привет. Да. Ты уже в Турции? У вас живот втянутый стал, Павлович. Ну, сколько весите-то? Я знал, я знал. 78. Вот фитнес домашний, что делать? Да ладно. Кстати, вы танцуете там, Павлович, тоже в отеле? Нет. Где найти 50? Где? 52, что ли? 50 найти? Вон стоит зеленый, вон еще одна зеленая. У меня там другой, конечно. Ну, да, есть. Ну вот, давай хотя бы так, я не знаю. Что? Уже опять. Сразу прямо на мусках стоишь. Я за резинку. Да я не понял, ты улыбаться что теперь вообще не будешь? Раз ты мазком зацепился. Посмотри сюда, Саша. Да блин, Саня, ты издеваешься, что ли? Вот. Сава, давай еще. Юр, ты о чем надо? Задолбался, да. Давай, давай, жрать, 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 жрать. Thank you.
сделаю так, останься в этом положении. Тем более, да.
наклон на плечах сделай. А что ты делал? Ты нагрелся хорошо. Вал 110. Как с помоста сидит. Толкал. Раз на грудь, два с грудью. Сейчас страшно. У меня есть видео доказательства. А что ты их не выложил? Наклон. Наклон, да, на плечи кладешь и наклон. Делаешь. Чем ближе клонишься, тем сильнее спина поднимется. Сколько? 10? А? Сколько раз? Сюда Почему мы не убрали палку? А я еще и ничего не делал. Поэтому и не убрали. Здравствуйте. Ну, вообще не показывал. Какие люди? А ты свидание закончил, нет? Нет. А тут я уезжал, как бы Вот же лучше.
Давай поактивнее. Зарвись еще. Все, болит. Еще будешь делать? Вообще нет. Не спеши, Мурус.
Владимир Владимирович, уже
там, по-моему, там, вообще, не где-то вот такая же, там, да, какой-то медальчик еще стоит, там, вообще, вирус, вот 8 лет, раз, я просто расплатился, как я не знаю. Среди нагрузки. Знаете, разве взял там, Ну ничего, пошел в главу нашу.